Иди убивай меня. Я даже сама спрыгну. Мне слишком лень, прости. Уже последний разочек пройдем с тобой этот гребаный уровень, чувак, давай. Вон пацана возьми, правильно? Нахер, уйди отсюда. Вот, гребаный пиздюк. Чё я сказал сейчас? Отхватил свое, но он реально меня уже бесит. Поехали, спокойно. Да иди нахер, короче, все. Очки, чтобы меч, как бы, да, получить нормальный. В принципе, можно еще лук сделать, но мне все равно нужно. О, сейчас. Так, отлично. Sims очень долгая игра, и у меня почему-то Sims очень сильно тормозил раньше. Я, кстати, не знаю даже, почему у меня Sims тормозит. Но вдвоем это очень некрасиво, если честно. Ох, ну спасибо. Ну ладно, так уж и быть. Ну, это, ну что тут происходит? Мне это не нравится. Ну вот, доигрался. Сейчас я, видимо... Мне кажется, доиграюсь. Если он зачаровал меч на откидывание, то все, мне жопа. Ну так лень. Ну вот, ну вы задрали уже все эти. Да, это только наша битва, не лезь, блюдок. Я просто пойду вниз, думать о жизни. А ты? Ну, бывает. А чё, мы вдвоём остались? Я думала, тот чувак... Ну, ладно. Если бы он меня не откинул, то я бы его бы затащила. Давай по новой, Миша, все хуйня. Учить наушники. Как если вы спросите меня, что со мной не так, я вам скажу, у меня на телефоне Тахион. Мой муж.
Да ладно, да ладно. Вообще, мой муж это Чунгук, кстати, там тоже Тахён, но... Не, в натуре класс, но... Заебись, четко. Получается четко. У вас действительно. А, я думал, World Wide там будет. Вот тут еще один сундук был. Это, конечно, очень все прикольно, замечательно, а досочек-то нету. Блин, там... Что мне делать с... Я культурно отказываюсь. Неужели тут ничего больше нету? Серьезно? Нет, не иди ко мне, я не готова с тобой сражаться. Отстань от меня. Я слишком не готова этого делать. Ага, сейчас. Все-таки съел, да? Блин. Ладно. Это называется отчаяние. Полнейшее просто и бесповоротное отчаяние. Кимпол под перьем, да. Сколько мне тебе лет? Я занимаюсь каким-то, знаешь, корейский. Я сейчас учу корейский, я могу что-то делать. Делать что-то могу. Да, могу писать на корейском что-то. Я могу прочитать на корейском. Медленно читаю. Мне 17, и я тоже занимаюсь танцами. Я могу сказать... Сказать, что могу сказать? Аньосео, чанин мари, ейо. Что могу сказать? Чанин роши, сарам, ейо. Саранхе. Ну, еще я могу сказать, там книжка находится на столе или так далее. Типа такого. Не знаю эту песню, она такая классная. Гениально. Это просто гениально. Вот это было действительно нормально, вот это было хорошо. Просто шикарная песня, я не понимаю, почему они на концертах не поют. Я просто бы там плакала, орала весь голос, потому что я знаю. Припев очень хорошо. Сейчас будет. Это веселушка! Вот это хорошо! Красивая песня. Сколько бы не тренировалась, так орать вообще не получилось. Если не орать, а петь, но это очень тяжело. Это too hard. Гибель насекомых, прочность. Может, не получается, потому что эта штука болтается в воздухе. Мне надо что-то сделать, чтобы она не болталась в воздухе. Вот. Отдача. Только на отдачу? Нафига мне только... Мне нужна была не отдача. Блин. Вступила. Мне нужна не отдача, а там вроде бы как острота или прочность. Сейчас посмотрим. Острота вроде бы как. Вот, да. Я помню, что на остроту и на отдачу, типа, как бы раньше можно было зачаровать. Тут что сейчас происходит, я не знаю. Ладно. О, eyes closed. Очень грустно, что ли. Mm-hmm.
Ой, там у них вообще... Что там происходит? Голос аж заболел. Горло, точнее. Блин, я краснею, кстати, когда сижу дома в свитере. К сожалению, нет. Кстати, очки под ними не очень хорошо все видно. Свитер, привет. Ёптель-моптель, когда ты успела, зараза? Обожаю этот баг. Простите, я не смогла выдержать, когда тут Блэкпинк играет. Я обожаю Блэкпинк. Ну, хотя бы сейчас умру нормально. Да, свидули! Я горю уже. Спасибо большое. Меня отравили, что ли, или что это? А как у него так много осталось? ХП-то. Ну ладно. Новая прическа? Да нет! Я ж так уже стримила, у меня уже челка. Сейчас будет. Эй, ладно. О, господи, бляха. Когда он так не зашел-то неожиданно, я же испугалась, серьезно. Я такая копаю, он как пришел. Мне надо было отойти, поэтому лапка была не включена. Да ёшкин, как же вы меня так задрали-то постоянно, все время. Постоянно, всегда, вот так вот, реально бесите меня, господи. Как же вы меня раздражаете, а? Постоянно так идут сзади, думают, я их не замечу, блин. Спасибо за шлем. Спасибо за меч лучше. Айш! Агрессивно ругается матом на корейском. Ёшкин, ты там откуда-то взялся? Я тебя не заметила. Ну, и ну ведь станет, не? Смотрите, этот чувак, этот... Обычно такие...
читер. Если что. Я думаю, что он меня сейчас тоже убьет. Значит, рекритил все-таки, да? Что-то много у него хп. Может, у него зато яблоко, конечно, было съед, я не знаю. И также известно вам, что ваши кумиры это читеры ебучие, которые просто чит подрубают и играют с фрапсом. Нарезочки делают и выкладывают это на ютапчик. Понимаете? А вы всему верите, блядь. Ебанаты. Меня убивают вот на стриме, блядь. Меня убивает читер. Прям видно, как читер, блядь, использует читы в ВХ CSGO. И значит, пишут все. Ха! Вожелинк, недостаточно скилловый. Вожелинк, ты говно, блядь. Может быть, ты говно? Может быть, ты дерьмо, уёбок, блядь. Говно ебучее, блядь. Выблядок ебаный. Между прочим, блядь, уже давным-давно известно, что вот эти говноеды все используют, блядь. Не, ну чё ты, Савельев, названиваешь? Я тебе говорю же, блядь. Все читеры, блядь, заебали меня в ВХ. Блядь, используют читы в ВХ CSGO, блядь. И в соревновательном режиме. Читы можно обходить, блядь. Пожалуйста, оставай. Вот. Я в шоке, блядь. Я просто нахуй в шоке. Работает везде. И Valve ничего не может сделать с этим. Ну дебилы, дебилы, блядь. Албибек везмощадка, блядь. Ладно, все, я пошла, потому что мне надо... Мне надо сейчас монтировать для вас видео, которое я сняла, а то, как видите, я уже вся красная и устала в этом сидеть. Все. Все, я пошла, всем пока. Может быть, потом когда-нибудь еще вернусь. Ну, естественно, я вернусь, но потом.